У меня в гостях Денис Бабаев. Денис, скажите, в обсуждении какого вопроса вы сегодня принимали участие? Сегодня мы обсуждали категорию рыба и морепродукты и, соответственно, тренды развития данной категории. А какие новые тенденции сейчас в 2019 году? Тяжело сказать именно о новых тенденциях. Тенденции полярные. Есть два, скажем так, момента, да, два видения, две ветви. Первая ветвь направлена на то, что рыба как категория должна развиваться именно в категории фреш, и за это голосуют, и это развивает больше, наверное, крупный сетевой формат, крупные сетевые ритейлеры. И второй тренд – это рынок замороженных продуктов, да, он становится все более доступный. Как мы знаем, тренды покупательские из больших форматов уходят все больше и больше в магазины дома. А для магазина у дома мы понимаем, что держать охлажденную рыбу ввиду низкого количества покупателей достаточно сложно. Поэтому данная категория должна развиваться именно в формате у дома. То есть я имею в виду рыбу и морепродукты в замороженном виде. Денис, спасибо вам огромное.